Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. Поэтому, если вы за свежие новости, за полезную информацию, то обязательно подписывайтесь на этот канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать соответствующие уведомления о выходе новых видосов. В этом видео мы с вами обсудим возможность получения коллекционной машины абсолютно бесплатно в таком событии, как клановый ивент. Ранее в клановом ивенте можно было забрать себе просто великолепного Waffenträger Ritter, который у меня есть в коллекции. Ну и, соответственно, можно было в свое время забрать вторую машину кланового ивента, это 50 ТП прототип, который мало кому понравился, потому что не был супер крутым танком, но главной фишкой данной машины было то, что она была абсолютно бесплатна. И вместе со мной оба этих танчика забрали еще 196 человек. Знаете почему? Потому что я создал 4 абсолютно успешных клана, в которых не только комфортно находиться, но и абсолютно легко забирать все возможные клановые награды. Каждую неделю каждый из моих кланов закрывает по 10 уровней клановых задач, ну и, соответственно, забирает все возможные халявные ништячки, которые разработчики предлагают. То же самое касается и клановых ивентов. Так вот, для того, чтобы в следующем клановом ивенте, который стартанет уже в ближайшее время, забрать себе абсолютно бесплатно новую коллекционную машину 9 уровня и потом либо оставить себе ее в коллекции, либо обменять на 5000 золота, вам необходимо находиться тоже в успешном клане. Связано это с тем, что для прохождения кланового ивента недостаточно самому выполнять клановые боевые задачи. Вы можете выполнять хоть все клановые боевые задачи, но вам не хватит условных единиц игровой валюты этого ивента на то, чтобы забрать себе тачку абсолютно бесплатно, без доплат. Для того, чтобы забрать, вам необходимо, чтобы ваш клан выполнял по максимуму. И в прошлые два клановых ивента необходимо было, чтобы клан выполнял как минимум 7 уровней из 10. Это был минимум. Ну а желательно, чтобы выполняли все 10, и тогда вы гарантированно 100% забирали себе машину. Если вы не можете найти себе подходящий клан, да, это действительно проблема. И именно поэтому я говорю о том, что к клановому ивенту, в отличие от многих других игровых событий в нашей игре, необходимо готовиться заблаговременно. Посмотрите, является ли ваш клан успешным. Способен ли ваш клан пройти полностью клановый ивент и предоставить вам возможность вместе со всеми забрать себе бесплатные награды, ну а в частности коллекционную машину 9 левела. И если вы понимаете, что ваш клан на это не способен или вообще не состоите в клане, то вам уже сейчас необходимо позаботиться о том, чтобы попасть в тот клан, который потенциально сможет справиться с поставленными задачами. Найдите себе успешный клан, попытайтесь побыть в нем хотя бы неделю-две и посмотреть, а действительно ли он является успешным, результативным, ну а главное комфортным для вашего пребывания. И если он не является таковым, соответственно, вам придется поискать другой клан, там тоже побыть какое-то время для того, чтобы убедиться в успешности и результативности этого клана. Все это потребует от вас дополнительного игрового времени, которого осталось не так уж и много. Если все-таки у вас, несмотря на все ваши попытки, до сих пор остаются проблемы с тем, чтобы вступить в какой-то нормальный, адекватный, приятный, комфортный, а главное результативный клан и находиться в приятном и максимально лояльным к вашим недостаткам игровое сообщество, то отправляйте заявки в два новых созданных мною клана. Помимо тех 4 кланов, о которых я говорил, я создал еще 2 клана, это GSN War и GSN Fly. И на данный момент открыт набор игроков в данное игровое сообщество. Вы спросите у меня, какие требования к тем, кто будет отправлять заявки. В моем случае все очень просто. У вас должно быть не менее 800 боев на вашем игровом счету, и меня абсолютно не интересует ваша игровая статистика. Да-да, стата у нас абсолютно не в цене, и мы не ценим игроков по уровню количества побед, которые вы получали, или по среднему урону. Нам главное, чтобы вы человеком были адекватным. Ну и, соответственно, если вы адекватный человек, то примите те правила, которые я пришлю вам в ответ на ваше сообщение о том, что вы хотите вступить в ряды наших кланов. Как это сделать? Очень просто. Заходите в кланы, которые я вам сказал, находите главу клана, а это я, добавляете меня в друзья, присылаете мне приглашение поиграть во взводе. Играть мы с вами не будем, но это необходимо для завязывания с нами общения. Ну и, соответственно, отправляете мне сообщение в личном чате игры. GSN, не хотел бы ты рассмотреть мою заявочку или что-то подобное. В ответ на ваше сообщение я пришлю вам 7 простых правил, которые вам необходимо будет выполнять. И если они вас устраивают, то милости просим. У нас рады абсолютно всем. Успешного вам прохождения будущего кланового ивента и рекомендую вам уже сейчас начать готовить плацдарм для его прохождения. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.